Глава республики Егор Борисов, премьер-министр Евгений Чекин и депутат Госдумы Галина Данчикова завершают рабочий визит в Чурапчинский район. Первые лица республики встретились с населением. Обсудили с чурапчинцами насущные проблемы улуса, а также о том, как реализуется закон о дальневосточном гектаре и вопросы заготовки сельхозпродукции. Кроме того, коснулись вопроса разработки стратегии развития республики до 2030 года. Республика к концу года завершит разработку стратегии развития республики до 2030 года с горизонтами, просмотр горизонтов до 2050 года. И там основным приоритетом, направлением является развитие местного производства. Это значит развитие среднего и малого бизнеса. И мы вынуждены сегодня разрабатывать, искать новые направления, чтобы поддержать людей, которые работают на местном нашем уровне.